Всем привет! Сегодня наконец-то я приступаю к долгожданному проекту. У меня есть такой пенек. Надо счистить с него кору как раз последними борами, которые я купила. Я думаю, они мне в этом очень хорошо помогут. Вот, весь его почистить. Убрать лишнее. Здесь вот даже мох есть. А потом нужно будет срезать вот эту ступеньку, она не нужна. И сверлами Фостнера я выберу максимально здесь вот. Ну, на этом не все. И, конечно, я хочу попробовать сделать резьбу. Здесь вот как раз под такие похожие на усы. Вот, а здесь сделаем нос и глаза. Такой древний дух дерева будет. Заодно пробуем сейчас новые боры. Такая вот на таком этапе одну сторону вот эту более-менее сделала. Вот, но все равно еще тут делать и делать, но сейчас время уже 7:30. Соседи громко двигают мебель наверху, пока надо остановиться. Вот чем плохо, когда в мастерской квартире начинается подстройка опять под соседей. Ну, их тоже можно понять. Шумная работа не всем приятна. В общем-то, никому не приятно. Ну ладно, пока, значит, так. Решила я, что это будет не для суккулентов, а я выберу здесь под кисти, под карандаши. В общем, будет такой органайзер. Резцы отлично справляются со своей задачей. Единственное, что в моем наличии, которые справляются. Единственное, что не очень удобно. Я, наверное... Все-таки я на горячий клей приклеила для того, чтобы выбрать на самом деле сердцевину, а так что-то увлеклась вырезанием лица, что попробую выбрать сверлами Фостнера здесь, внутряшки. Вот, а в понедельник уже буду дорабатывать. Чтобы мне продолжить резьбу, мне нужно сначала подготовить отверстие, чтобы я уже могла отсоединить вот эту планочку, которая, собственно, держит. Так, ну что, не прошло и полдня, как я наконец-то выбрала полости. Здесь-то сквозная. Сейчас я отлеплю от дощечки, там с той стороны надо будет.
такая получилась штука. Единственное, что я сначала хотела сюда плашечку врезать и вставить, но потом подумала, что я слишком много времени потрачу на то, чтобы подогнать ее под размер. Сейчас возьму просто оргалит, да, и оргалит на гвоздики посажу. И останется нам доделать эту моську. Ну что, я закончила. Наконец-то у меня появился хранитель кистей. Вчера обработала льняным маслом. А сейчас нужно, чтобы она впиталась. И я еще пройдусь шлифану поднявшийся ворс. Уберу. А так, я довольна. Такой он получился. Текстура очень интересная, красивая. Вот, и вмещает в себя много кистей. И эта подставка под кисти как раз намекает на то, что пора бы пописать что-нибудь. Давно не писала картины. Ну что, самое время пойти гулять. Прям намекают, что пора. Ну, здрасте. Ну, конечно, спасибо. Вот, пропитка еще помимо льняного масла собачьей слюней. Вполне себе нормально. Всем спасибо за просмотр. Хорошего настроения. Пока.